Крым, поселок Партенит, 11 августа 2016 года, пик сезона. К сожалению, на пляже теперь нет никаких детских развлечений, где детки могли поиграть, развлечься, отвести душу, ни батутов, ни горок, ни рыбок. Для взрослых тоже нет камер хранения теперь. Есть водные развлечения, гидроцикл, банан, катамаран водный. Не продается теперь здесь квас, нет молочных коктейлей, мороженого и покушать в парке. И на пляже практически негде теперь. Раньше было много кафешек. Сейчас осталось только одно кафе, которое имеет очень грустный вид, почему-то не крашеное, которое у причала. Причал закрыт. Само кафе неухоженное. Обычно всегда было украшено цветами, растениями. Сейчас имеет какой-то грустный вид. Эта карта пляжа закрыта. На ней ведется строительство. В парке достаточно свободно, но нет развлечений как для детей, так и для взрослых. Раньше здесь был тир различный. Различные развлекалки были. Был веревочный парк. Почему-то все очень быстро ржавеет к тому же.